бы сказала так, что вот, конечно, есть источник очень разумный, который вокруг нас, может быть, он и есть эфир, да, этот источник, он везде, он во всем, он и в Творце, и в творчестве одновременно, и в нас тоже, как в детях этого источника, в детях Творца, стало быть, и мы творцы, как дети Творца, мы тоже творцы, поэтому мы смотрим на свой собственный мир. Мы являемся наблюдателем этого мира, и он существует из-за того, что у нас есть внимание и есть энергия, которую мы через это внимание направляем в этот мир, и оно все здесь существует. Вот так все устроено. Это устройство этой игры. Вот и все. Ну и понимая это, мы можем с вами научиться материализации, осознанно очень научиться творить то, что мы хотим, а не то, что здесь навешиваются через посторонние электромагнитные поля. Мы входим с этим в резонанс, нам это транслирует в наш приемник-передатчик мозг. И, соответственно, мы творим то, что хотят некие управленцы, операторы реальности, а не мы, да?